Привет, с вами Антон, и вы на YouTube-канале ProxySailor. Сегодня я покажу вам, как выполнить настройку прокси в браузере Avant. Приятного просмотра! Запускаем браузер, после чего в правой части интерфейса открываем меню. Далее необходимо навести на пункт прокси и нажать на кнопку «Настроить» для вызова дополнительного меню. В открывшемся окне добавляем IP-адрес прокси и HTTP-порт. Если у вас бесплатный прокси, то логин и пароль не требуется, а в случае, если у вас приватный прокси, то введите авторизационные данные в полях ниже. После чего необходимо нажать на кнопку «Добавить». Когда все данные введены, сохраняем настройку нажатием на кнопку «Применить». Теперь для активации прокси нам нужно вызвать меню браузера и навести на пункт прокси, после чего выбрать добавленный прокси-сервер. Теперь IP-адрес в браузере Avant будет успешно изменен. Также хочу напомнить, что работа с бесплатным прокси небезопасна, не гарантирует анонимности и приведет к блокировке. Для того, чтобы оставаться анонимным в сети и быть уверенным в своей безопасности, рекомендуется приобрести приватный прокси. И для этого есть передовой прокси-провайдер – ProxySailor. С ним вы получаете 100% анонимность сети и безопасность, гарантию работоспособности с выбранной целью, огромный выбор типов прокси и круглосуточную поддержку. А в описании вы найдете промокод на 10% скидку и ссылку на сайт. Не забывайте подписаться на канал, поставить колокольчик и нажать кнопку лайка под этим видео. С вами был Антон, до новых встреч в следующем видеоролике.